Приветствую вас. Давайте разберем ваш вопрос. Меня зовут, значит, определенным образом, да, я не буду, наверное, называть имя. Мы с мужем живем 13 лет, 8 лет он не уделяет внимания и, наверное, не называет меня по имени. Вечера и выходные проводит в ванной. Постоянно ругаемся. Такой, значит, у нас получается вопрос. Ну, понятно, что в отношениях есть определенный кризис. Это понятно. А вопрос, наверное, немножечко другой, да? Вопрос такой, чего вы хотите? То, что у вас кризис в отношениях, это может быть много всего, то есть, ну, может быть большое количество. Ну, причин для этого кризиса, вот. Ну, как я думаю, на мой взгляд, все-таки такую вот ключевую роль здесь играет вот именно то, что вы, ну, чего вы хотите. Понимаете, да? То есть, хотите ли вы, например, это исправить, да? Хотите ли вы это изменить? А хотите ли вы, чтобы было по-другому? Как-то, вот. Или нет? Потому что можно, ну, на мой взгляд, довольно долго рассуждать о том, как все плохо, да? Вот, а можно просто брать и ну, ситуацию как-то менять, вот. А естественно, если вы этого хотите, вот. Значит, вы пишете о том, что 8 лет назад не уделяют вам внимания. 8 лет назад начал, перестал уделять внимание и называть по имени. Вот. Человек вас перестал. Ну, здесь совершенно очевидно, что-то произошло. А вот, совершенно очевидно, что что-то случилось. Совершенно очевидно, что ну, был вот какой-то конфликт между вами, вот, который к этому привел. Знаете ли вы, что это за конфликт? Да?
Ну, то есть, вот, в курсе ли вы этого конфликта? Это вопрос. То есть, знаете ли вы, например, да, что вашему мужу не нравится? А как вы сами относитесь к тому, что ему не нравится, ну что-то? То есть, ну, согласны ли вы с тем, что вот ему не нравится, или вы считаете, что он там из ничего проблему делает? Вот. А какой ваш вклад в это? То есть в то, что вашему мужу не нравится. Есть ли ваш вклад в это? Это очень важно, потому что выделяет личную ответственность вашу в том, что произошло. Сейчас вы просто описываете ситуацию, вот, я бы даже сказал, максимально отстраненно. Вы ее описываете. Не совсем понятно, вот по активности вашей, что там. Не совсем понятно по тому, что между вами и мужем общего есть. И есть ли что-то? А если есть, то что это? Что общего между вами и супругом? Да, что вас, грубо говоря, объединяет и связывает. Вот. Дальше. Вы говорите о том, что постоянно ругаетесь. Вот. А опять же, какой ваш вклад в то, что вы ругаетесь? То есть, ну, вы же ругаетесь. Вот. Получается, и вы ругаетесь в том числе. Да. То есть, не только ваш муж это делает, но и вы. Значит, если есть ваш вклад в конфликт, то его нужно выделить, вот, и поисследовать, и возможно изменить поведение. Ну вот, я бы рекомендовал изучить вам психологическую игру «Скандал», вот. Она так и называется, вы можете написать, ну, поискать в интернете, да, она так и называется, «Психологическая игра, скандал», вот.
вы увидите основные, так скажем, основания для того, что вы ругаете. Вот как-то так. Поведение мужа совершенно очевидно вас задевает. Каким-то образом. Вот. Именно задевает вас. Вот, на мой взгляд, очень важно, чтобы вы увидели, чем поведение мужа вас задевает. То есть, как оно вас задевает. Чувствуете ли вы обиду на него? Злитесь ли вы, чувствуете себя как-то вот негативно, да? Плохо, может быть, чувствуете себя. Вот это вот все нужно поисследовать. Вот. Чтобы разобраться в ситуации, которую вы описываете. Вот. Потому как сейчас, скорее непонятно больше, чем понятно. То есть понятно, что что-то произошло. Вот. Понятно, что были какие-то сложности у вас. Вот. Понятно, что несмотря на эти сложности, вы продолжаете проживать со своим супругом, да? Вот. Все равно, несмотря на то, что что-то не клеится, да, несмотря на то, что что-то вам не нравится, вот, все равно вы продолжаете с ним быть, вот. То есть, очень важный момент, вот на что вы рассчитываете. Пребываю с ним. Вот. То есть, вы пребываете с ним вместе из любви, потому что любите его и хотите счастливым делать. Вы пребываете с ним из зависимости, то есть, вы чувствуете вот свою зависимость от него в чем-то. Вот. То есть, насколько свободным является ваше решение быть с человеком. Вот. Прямо сейчас. Вот. Является ли это решение волевым, да? Или это решение, вот, по вашим ощущениям, потому как вы ощущаете, является более вынужденным. Вот. Если оно вынуждено, то чем? Что вас вынуждает? По вашему мнению, опять же.
такие вынужденные решения принимать. Ну вот. Вот на эти вопросы для начала вам нужно ответить, как ответить на вопрос о том, чего вы хотите, вот, и что этому мешает, да? То есть буквально, что этому мешает, что мешает тому, что вы хотите. Вот. Может быть, вы для себя увидите вещи, которые не видели бы, вот. По крайней мере, я на это надеюсь, что вы увидите эти вещи. И сможете тогда уже принять решение относительно того, что делать. Вот. Вот так. На этом все. Я желаю вам всего самого доброго. Удачи. Буду благодарен за обратную связь по моему ответу. Это позволит вам начать над собой работу. Всего доброго. Обращайтесь.